В сентябре в столице республики пройдет чемпионат России по гиревому спорту. Организаторы и участники чемпионата обсудили вопросы подготовки спортивного форума. До 40-х годов прошлого века гири и гантели в нашей стране использовались только в цирковых выступлениях. Первые соревнования по гиревому виду спорта прошли в Москве. С тех пор чемпионаты проводятся ежегодно. Чемпионат России 2014 по гиревому виду спорта назначен на 25 сентября. Наш земляк и заслуженный тренер России Сергей Кириллов назначен главным судьей соревнований. По прогнозам тренеров, спортсмены из Тюмени, Челябинска и Санкт-Петербурга составят основную конкуренцию нашим спортсменам. Сейчас они на каникулах. Поэтому организаторов соревнований есть опасения, хватит ли спортсменам времени на подготовку к турниру. Также не хватает инвентаря, но эта проблема решаема. Победитель отправится на чемпионат Европы в Гамбург.